Мегалодон. Запускаем. Приготовились. 5, 4, 3. Запись. Поиск. Ваш еженедельный журнал новостей. Сегодня с вами Мария Баррера. Спасибо, что вы с нами смотрите этот выпуск «Поиска». Сегодня вечером в нашем обозрении специальный репортаж: владельцы курортов на восточном побережье обеспокоены. Нападение акул, побившие в прошлом году все рекорды, могут поставить под удар летний курортный бизнес. По нашим сведениям, количество заявок снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Корреспондент Карл Деннинг о том, какие шаги предпринимаются для защиты населения и пляжей от самого опасного хищника мира природы. Но вначале сенсация недели. Нефтяной кризис. В связи с уменьшением мировых запасов энергии, поиски нефтяных месторождений стали злобой дня. Возглавляет эту охоту компания Nexecon Petroleum, ее директор Питер Брейзер и его детище стоимостью в миллиард долларов в колосс. Мы лишь качаем бензин из почвы, и вы им пользуетесь. Даже самый ярый эколог произносит свои речи, проклинает меня, а потом уезжает домой на BMW. Почему я должен оправдываться перед людьми, которые пользуются тем, чем я их обеспечиваю? Если вы хотите меня поразить, обгоните меня на велосипеде. Как было объявлено ранее, 3 года назад, мечта Брейзера построить гигантскую, самую производительную и безопасную подводную нефтяную вышку была встречена со скепсисом и страхом. Сегодня эта мечта осуществилась. Nexecon хвастается, что способен бурить на недостижимую глубину. Эти похвальбы сильно встревожили гидробиологов и экологов в связи с опасностью бурения на глубине. Северная Атлантика, где Nexecon собирается бурить, известна высокой сейсмической активностью. Побочные эффекты такого широкомасштабного бурения даже представить невозможно. Глубоководные разломы могут вызвать огромные волны у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании. Плюс нарушение целостности нефтяных карманов, это может привести к экологической катастрофе. Колосс приступает к работам у побережья Гренландии через несколько дней. Наш корреспондент Кристен Гиддингс будет там. Она возьмет эксклюзивное интервью у Питера Брейзера на борту Колосса. Вы услышите его через неделю в следующем выпуске «Поиска». После паузы сюжет Карла Деннима. Почему восточное побережье, популярное место для летних отпусков, в этом году будет удручающе безлюдным? Мачта «Колосс» вас вызывает, «Авангард-1». Я направляюсь к причалу 1, прием. «Авангард-1», говорит мачта «Колосс», разрешаю посадку на причал 1. Ваше снаряжение перенесут к вам в каюты, мэм. Осторожно. Здесь скользко. Мисс Гиддингс. Кристен Гиддингс. Извините, прошу вас, проходите. Я хотела спросить, где комната отдыха? Конечно, прошу вас, сюда. Привет. Джейк Томпсон, оператор. А где ваш... Это ваша афиша? Да, вот понадобилась. Да, понадобилась, конечно. Она впечатляет, установка, которую вы сделали. Да. Грандиозно. Давайте уйдем с мороза. Вот там. А как же Кристен?
Она знает, куда идти. На какой мы высоте? Над уровнем моря или морского дна? И то, и другое, пожалуй. 320 футов над уровнем моря и 5000 футов от морского дна. Гидролокатор не определяет, почему. Нет, ничего, но кармана такой величины быть не может, это невозможно. Мне понадобится много времени, чтобы принять компетентное решение. Если вы, ребята, не дадите мне больше сведений, я не могу пойти к Брайзеру, пока вы не сообщите мне чего-то более конкретного. Дэвид, я знаю, ты не даешь добро на операцию за миллиард долларов из-за того, что локатор бракует. Но мы делаем все, что в наших силах. Джентльмены, прибыли наши гости. Прошу вас собраться в кают-компании. Вы нас нашли? Да. Что вы об этом думаете? Уборной можно было бы уделить немного внимания, но помимо этого и моих фрейдистских заморочек, должна сказать, это впечатляет. Дэвид. Это Дэвид Коллин. Мисс Гиддинс, мистер Томпсон. Дэвид, менеджер буровой установки. Он проведет с вами экскурсию, покажет ваши каюты и, может, сегодня еще встретимся за ужином. А это наш второй подводный бродяга, Грейди Харпер. У Питера, мистера Брейзера, правило номер один — всегда проверять и перепроверять все снаряжение. И сколько вы работаете на капитана Немо? 12 лет. Так значит, и мальчиком, и мужем? Нет, только мужем. Мне это нравится. Джейк, давай снимем. Отличный фон. Снимаю, верно, вы рады похвастаться своим детищем? Извините. Нет, так нельзя. Простите, нельзя снимать. Почему? Микрофон не подключен. Извините. Приводите себя в порядок, чтобы жена не разочаровалась? Кольца нет. Снимаю. Мотор. Мы на борту «Колосса», величайшей нефтяной вышки в мире. С нами менеджер установки Дэвид Коллин. Мистер Коллин, не могли бы вы сообщить нам подробности буровой установки? Охотно. «Колосс» — самая технически совершенная передвижная установка подобного рода. Ее стоимость — 2,5 миллиона долларов. «Колосс» прикреплен ко дну океана на глубине 5000 футов 20 тросами, каждый трос диаметром 42 дюйма и длиной 5000 футов. Сработает, не волнуйся. Она... Добро пожаловать на «Колосс». Полагаю, Дэвид провел хорошую экскурсию. Это было сплошное удивление. Отлично. Прошу вас, садитесь. Мы здесь по-простому. Друзья, это наши гости, мисс Кристен Гиддингс и ее оператор Джейк Томпсон. Позвольте представить команду. Митчелл Паркс, врач и мой глава службы безопасности. Росс Эллиот, ответственный за погружение. МакГиннис, главный инженер, да. Я все время смотрю ваше обозрение. Как только захотите заглянуть в машинный отсек, дайте знать. Идет? Там немного шумно, но вы привыкнете. И, наконец, наш главный подводный пилот Аманда Забленко. Масс. Просто масс. Это вся ваша команда? Нет, нет, нет. Всего на вышке 22 человека. Почему так мало? Мои машины. Нам удалось повысить качество традиционного процесса бурения путем использования технологии роботов-манипуляторов. И эта технология обеспечивает безопасность? Да, абсолютную безопасность. Здесь и на других вышках. Безопасность для людей или для планеты? И то, и другое. Экологи, кажется, с этим не согласны. Экологи? Как бы их приоритет не нарушился. Вот-вот. Слишком поздно. Мы проиграли. Продолжайте. За последние 150 лет мы загрязнили эту планету сверхчеловеческого понимания. И продолжаем это делать. Потребляются миллиарды галлонов бензина, природный газ, уголь. Мы спускаем тонны и тонны сточных вод и химии в океан. И это день за днем. День за днем.
Однако нам говорят, если мы переработаем банку из-под Пепси или не станем рубить дерево, мы поможем делу. По-вашему, охрана окружающей среды не имеет значения, и мы будем загрязнять свой мир, пока не вымрем? Не имеет значения, что я говорю, и не имеет значения, что вы думаете. Важно, что мы делаем. Я не против поболтать, но мне нужно подготовиться к завтрашнему дню. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Росс. Это была лекция о нравственности устами проститутки? Вовсе нет. Росс точно знает, о чем говорит. Он был одним из лучших гарпунщиков в обществе спортивного рыболовства. Да, спорт, который запрещен во всем мире. Верно, запрещен. И Росс возглавлял борьбу за его запрещение. Это стоило ему его друзей средств к существованию. Сколько вы с ним знакомы? С Россом? Мы вместе уже 10 лет. Мы познакомились, занимаясь дайвингом у большого барьерного рифа. Он проводит на воде больше времени, чем рыбы. Вот его волосы и посидели, когда он нырял у загрязненных рифов. И его мнение вполне определенно. Спокойной ночи. Увидимся завтра внизу. Спокойной ночи, Масс. Что это было? Местная сейсмическая активность. Ничего примечательного. Правда? Если бы было о чем, я бы первым забеспокоился. А я сомневаюсь. Если вы готовы, пора начинать наш спуск. Кажется, сегодня будет сон наяву. Я первый раз в подводной лодке. Мы спустимся не в подводной лодке. Через сколько времени мы спустимся к основанию вышки? 12 минут с момента погружения. Невероятно. Невероятно на 196 миллионов долларов. Это дорога к океанскому дну? Плюс-минус 15 футов. 5000 футов ниже уровня океана. И каково давление воды на этом уровне? Есть таблица. Подводный лифт способен погружаться на заданную глубину. И на этой глубине аппараты работают? Исследовательские и технические подводные аппараты работают на глубине 10 тысяч футов. Джейк, хочешь поснимать? Снимаю. Мотор. Мы находимся в уникальном стеклянном лифте Колосса. Это наше транспортное средство ко дну океана. Место бурения. Я могу... Вам плохо? Я вижу огни. Вижу огни. Кристен, что с тобой? Знаешь, мне нужно отсюда выбраться. Надо выбраться. Понимаешь? Меч, дай кислород. Мне нужно отсюда выбраться. Кислород подается. Отойдите. Дышите. Дышите, дышите. Смотрите на меня. Смотрите мне в глаза. И дышите медленно. Просто смотрите в глаза. Дышите медленно. Вот так. С ней все в порядке? Да, это вполне естественно. Один из десяти падает в обморок. Она никогда не была одной из десяти. Я чувствую себя подростком. Ничего необычного. Нам нужно возвращаться. Нет, все в порядке. Честно, все в порядке. Едем дальше, ладно? Выше голову, ребятки. Добро пожаловать на мое игровое поле. В
Первый этаж — дамские шляпы, мужские брюки и месторождение нефти. Мы готовы начинать. Не хотите снять вступление или комментарий, как вы там его называете? Вы поэтому притащили меня сюда, чтобы оправдаться перед миром? Я не занимаюсь незаконным бизнесом, мисс Гиддингс. Мы здесь, чтобы воспользоваться запасами нефти, которые наука считала недоступными. Это обеспечит отопление, освещение и свободу миллионам. Я подумал, что вы захотите перекинуться со мной об этом парой слов. Вас не смущает сейсмическая активность в этом районе? Исследования структуры земной коры, проведенные нами несколько лет назад, коснулись и этой области. Я интересовался у экспертов, в том числе у доктора Джеймса Прескотта из Института береговых наблюдений за океаном. У меня много геологических отчетов, чтобы усмирить самых ярых экологов. Я для вас расстелил красную дорожку, мисс Гиддингс, а вы, похоже, хотите ее изгадить. Вы можете купить любое место, чтобы разместить там ваше послание. Зачем вы привезли меня сюда, мистер Брейзер? У меня двое маленьких детей, мисс Гиддингс. И я их очень люблю. Я не общаюсь с ними столько, сколько хочу. Но они мои дети. Они носят мое имя. И когда это имя порочат, они страдают. От насмешек в школе, когда газетчики распространяют обо мне чудовищную ложь. Я хотел показать вам, чтобы вы могли рассказать миру и всем детишкам правду. У меня обязательство перед зрителями быть объективной. Нет, вы обязаны сообщить все факты. Вот почему я вас сюда привез. И убедиться, что я калечу природу не более, чем кто-либо другой. Скорее наоборот. Митч. Все системы функционируют. Мы готовы начать бурение. Есть. Горю желанием увидеть, сколько может сживать эта крошка. Ладно, поехали. Заколос. Яблочный сок. У нас строжайший антиалкогольный режим. Поцелуй себя зад. Это правило, шеф. Значит, вы целуете мой зад. Что-то мне не нравятся такие разговоры.
Что? Слухи? В воздухе пахнет любовью. О чем это ты, Харпер? Вперед, Паркс. 5 футов на 5. Очень уютно. Огромный кусок земли. Чувствительность, Харпер. Я лишь дал ей подышать. Не ешь все пончики. По крайней мере, один из нас отправится на небо. Я не за небо. Я за мир. Будешь читать при этом свете, ослепнешь. Замолви за меня словечко. Сейчас ты нырнешь в постель. До завтра. Кристен! Кристен! Это я, Джейк. Что это было? Ты цела? Да, да. Я не знаю. Подожди, я оденусь, и мы выясним, что происходит. Ладно? Да. Я построил эту чертову штуку, и я знаю, что это такое. Это не то, о чем ты говоришь. Я тоже знаю, что это... Мы спускаемся вниз сегодня. Боже, 2 часа ночи. Можешь ты предложить что-то получше? Что это за шум? Всего лишь хрустят ее кости. Она устраивается. Точно? Все в порядке. Идите лучше спать. Если все в порядке, почему вы, шотландец, обсуждаете здесь дикие прогулки глухой ночью? Мы направлялись в стеклянный лифт. Будем рады, если вы к нам присоединитесь. Ее кости хрустят, а вы хотите спуститься на 5000 футов под воду? Вы в своем уме? Все будет отлично. Идем. Росс, что там происходит? Ничего особенного. Прибор показывает, что одна из труб отсоса закупорена. Я пытался восстановить ток, но у меня не вышло. Трубы отсоса отводят ил и почву от буры. Да, если труба засорилась, это могло вызвать перебои в работе насоса. Продолжать замерять давление? Конечно. Когда найдете засор, поднимите этот участок наверх. Сделаем. Что это значит, замерять давление? То и значит. Росс пройдет по всей трубе и будет замерять в ней давление, пока не найдет засор. А когда найдет, вырежет засоренный участок, соединит части трубы вместе и... Готово. А зачем вести этот кусок наверх? Возможно, в трубе застряли камни, но точно неизвестно. Может быть, все что угодно, от окаменевшей кости до мешка с дублонами, так что стоит взглянуть. А сейчас что происходит? Они разрежут трубу и посмотрят, что там застряло. Защитные костюмы? Мы понятия не имеем, какие бактерии могут жить на такой глубине.
помедленнее. Это еще что такое? Труба дернулась. Что? Труба, она дернулась. Вышел газ. Да, должно быть, вышел газ. Нет, я не уверен. Ладно. Ты раскрываешь трубу, и я распиливаю то, что там пилой. Идет? Идет. Треска-убийца. Смотри. Цепи ее. Митч, что тебе принести? Эпинефрин, у него шок. Что? Шприц наверху, эпинефрин. Это? Да. Спокойно. Спокойно. Слишком много для вашего антиалкогольного режима. Где Томпсон? Он в ванной, его тошнит. Как он? Зашили ему руку, накачали антибиотиками и обезболивающим. 96 швов. До конца дня он в ауте. Что это было? Очень гнусная рыба. И я тут почитал кое-что. Она называется Дункелеостеус. Они обычны для этих мест? Да. Были 70 миллионов лет назад. Что? Должно быть, выжили на такой глубине после второго ледникового периода. Ты хочешь сказать, что на Дэвида напал динозавр? Это не первый случай, когда обнаруживаются виды, считавшиеся вымершими. К примеру, целакант, 65 миллионов лет как исчезнувший, пока его не выловили несколько лет назад у берегов Мадагаскара. Ладно, но почему мы раньше ни одной из них не встречали? Это донный хищник, он зарывается в дно океана. Этого мы нашли только благодаря трубе отсоса. Если мы нашли одну, возможно, там есть и еще? Возможно. Митч, запакуй ее, положи в лед, пошлем на материк, пусть исследует. Ладно. И еще одно. Это рыба. Это молодец. А взрослая особь? 8 футов. Зубы вот такой величины. Вряд ли ты мечтаешь найти ее маму и папу. Спущусь вниз, предупрежу Масс быть поосторожнее. Вы все еще собираетесь сегодня уехать? Да, историческая рыба 8 футов длиной стоит того, чтобы задержаться. Возможно. Пойду проведаю Дэвида. Увидимся позже. Паркс. Это МакГиннис, да. Эти штуки правда занятные. Да, канал Discovery удавится.
Всем сотрудникам, ситуация номер 6. Всем занять свои места. Идем туда. Всем начальникам подразделений собраться в кают-компании. Повторяю, ситуация номер 6. Что случилось? Кажется, у нас поразительный карман воздуха. Бур дергается, ускоряется, почти останавливается, когда входит в почву. Когда бур встречает воздух, сопротивления нет, и скорость повышается до максимума, а он снова доходит до скалы. Потерялся наконечник бура. Я не могу им управлять. Масс, уходи оттуда. Ее засосало в дыру. Масс, выключи мотор. Не борись, плыви куда несет. Искатели не подчиняются. Я не могу управлять аппаратом. Доверься мне. Выключи мотор. Как выключи? Плыви в потоке. Аманда, отзовись. Масс, ты слышишь? Масс. Черт, мы потеряли ее сигнал. Эллиот, как дела? Эти твари вокруг меня врезаются в корпус. Не знаю, сколько мы еще сможем выдержать, а потом вернуться наверх. Масс, ты слышишь? Аманда, отзовись. Масс. Я иду на поиски. Я бы не советовал. Эти аппараты не предназначены для таких испытаний. Подожди, пока очистится. Мы за ней спустимся, обещаю. Нет. Я подожду здесь. Тогда выключись и оставайся на дне, пока мы не поднимемся наверх и не увидим, что происходит. Согласен, поднимай меч. Ладно. Давай, давай. Меч. Меч. Мич, я жду доклада о повреждениях. Введи меня в курс. Я не понимаю показаний локатора. Это было бы важно? Да, потом. Вы продолжаете искать злодеев, Кристен. Вы их не найдете. Ошибки допущены. Мы здесь одни, много месяцев на краю. Но это усилие команды. Если ты один, считай мертв. Что теперь? Теперь мы пытаемся выяснить, что случилось. Давай, проверим глубину. Все в порядке, Дэвид. Не волнуйся, Мич дал тебе лекарство. Сохраняй спокойствие, прогони боль. Ты ведь поправишься. Знаешь что? Ты мне никогда не нравился, Паркс. Последи за моей вышкой, ладно?
Ясное дело. Дэвид, на пару недель ты вышел из строя. Ты вернешься. Все будет по-прежнему. Правда? Да, конечно. Не забудь надеть шлем, хорошо? Тише, Дэвид, тебе нужно поспать. Постарайся отдохнуть, ладно? Да. Все будет хорошо. Говори. Это выходит за рамки. Заражение распространяется. Антибиотики, которые я ему даю, не помогают. Надо ли его эвакуировать? Думаю, да. У нас нет оборудования, чтобы провести анализ бактерий, которые попали в рану. Тогда нужно узнать прогноз погоды. Все будет хорошо, Митч. Нам нужен прогноз погоды. С запада приближается шторм. В следующие 12 или 24 часа будет трясти. Мне нужно отвезти Дэвида на материк. Его состояние ухудшается. У нас здесь только один вертолет, да, этот шторм. Катеров 9, как положено. Ладно, воспользуемся катером. Ладно. Пойду соберу его. Центр управления, это катер 1. Мистер Коллин, у нас на борту, можете спускать. Освобождаю. 3, 2, 1. Росс, ты слышишь? Это самое странное зрелище, которое я видела. Росс, ты слышишь? Масс. Масс, где ты? Понятия не имею, но это фантастика. Ты жива? Да. Немного ушиблась, а так нормально. Колосс, центр управления. Это Эллиот. Я установил радиосвязь с Масс. Я плыву туда, найду ее и доставлю наверх. С ней все в порядке? Она говорит, что да. Эллиот, включи внешнюю камеру, чтобы мы могли следить за тобой. Включаю камеру. Масс, рад видеть тебя живой и здоровой. Спасибо. Взаимно. Что ты там видишь? Свод покрыт белыми кораллами. Рыбы, которых я не могу классифицировать. Везде свечение, будто все освещено своей собственной энергией. А какие-нибудь признаки бура? Нет, он исчез. Какой величины пещера? Не знаю. Просто пройди ее, Масс. Я уже жду возвращения. Возможно, локатор повредился при падении. Мне тоже не удается прочитать данные. И толчки здесь уменьшаются. Так, мисс Кусто. Пошли наверх. Как раз тогда, когда мне стало так интересно.
Эллиот, если вы не против моего вопроса, вас беспокоит пещера, которую обнаружили? Да, да, чрезвычайно. Так беспокоит, что я хочу назвать ее пещерами Эллиота. Только через мой труп. Это меня туда засосало. Это пещера Масс, приятель. Ладно. А если ты ищешь сахар, я взял последний. Я принесу из трюма. Извини. Я ищу сахар. А как Дункли Астеусы, которых выпустили? Если Дункли Астеус не сможет приспособиться к нынешнему состоянию океана, это одно. Но если сможет, мы предупредили власти, они будут наблюдать за ситуацией. Во всяком случае, для подводного аппарата в этом нет ничего хорошего. И для моего лифта. У них неприятные укусы. Ты-то должен знать. Вас кусали? Да. Да, однажды женщина в Гамбурге. Серьезно, вы же знаете, о чем я? Да, однажды. Меня от большой любви укусил Угорь Морея. Эллиот, покажи им ожоги. Нет, они еще не поели. Вас обожгло? Да. Где? Тут и тут. Эллиот, покажи им ожоги. Да, покажите. Хотите посмотреть? Да. Точно? Да. Точно? Да. Да. Ладно. Значит, точно. Да, точно. Вот ожоги. Это не так ужасно, как я думала. О, Господи. Хотите еще посмотреть? Там хуже. Нет, спасибо. Парни, а что это такое было? Цианея капеллата. Львиногривая медуза. Это было соревнование у берегов Пуэрто-Вальярта. Я гнался за рыбой. Плыл. Неужели снова про медузу? Это он начал. Он снимал майку? И брюки? Теряешь навык, Росс. Но я хотел. Да. Все наверх. Теперь отдышитесь. Мы потеряли устойчивость. Возможно, это результат столкновения. Согласно локатору, это может быть заблудившийся гид, который запутался в тросах. К несчастью, у нас также выброс метана. Пока пламя локализовано на небольшом участке и не угрожает вышке. Но мы должны быть начеку. Объявляется чрезвычайное положение. Мы спустимся в лифте и подводных аппаратах вниз и исследуем, что там происходит. Вы с Джейком можете пойти со мной. У вас есть место еще для одного? Я думал, ты спускаешься в своем аппарате. У меня поврежден элерон. Для его починки требуется пара часов. И я решил посмотреть на вид с трибуны. А Харпер будет помогать Масс. Привет. Ты слышала? Что? Этот шум. Я ничего не слышу. Ну же, неужели никто не слышал? Это окно. Оно трещит. Господи, мы все утонем. Леденцы? Они меня успокаивают.
Спасибо. Вы что-нибудь видите? Нет. Где Харпер? Сзади. Так, кто из вас, мудрецы, болтался здесь от моего гелиевого коктейля? Что-то здесь не то. Да, точно. Какая-то зловещая тишина. Да, ни одной рыбы не видно. Что это? Локатор что-то засек. И на что это похоже? Подожди минутку, посмотрим. Давай назад. Должно быть кит. А этих кусак-малюток нет? Нет, это одиночное животное. Слава богу, я не хотела бы снова попасть в такую переделку. Питер, какой величины эта тварь? 60, может, 70 футов. Что это, по-твоему? На такой глубине. Кит? Передвигается очень быстро. С какой скоростью? 25, может, 30 узлов. Еще раз. Я сказал 25 узлов. Не может этого быть. Проверь свои приборы. Я проверял, что не так. Кит передвигается со скоростью 6, максимум 10 узлов. Шустрая рыба. Где эта тварь? В 1000 ярдов. Если это не кит, тогда что это? Гигантская зубатка. Их скелеты, которые вымыло из прибрежных почв Австралии, достигали 30 футов. Но мы никогда не видели живую. Что нам делать, Росс? Выключайте моторы, опускайтесь на дно и ждите. А что, если зубатка решит заскочить на обед? Как мне отсюда выбираться? Не заскочит. Да, Росс прав, Грейди. Ее вряд ли заинтересует неподвижная железяка. Возможно, она плывет за косяком рыб. Садись на дно, пусть проплывет мимо. Есть. В 200 ярдах к северу от вас. Что происходит? Хватит. Я поднимаюсь наверх. Выключи и замри. Грейди, выключи и замри. Она рядом, Харпер. Делай, как тебе говорят. Это приказ. Боже. Мас, ради бога, помоги. Не включай мотор, Масс. Замри, она тебя не тронет. Я не могу сидеть и ничего не делать. Масс, послушай, не включай мотор. И не шевелись, ты ему не поможешь. Нет, я могу подняться, могу ему помочь. Если ты включишь мотор, ты умрешь. Успокойся. Масс, послушай, все будет хорошо. Только не шевелись. Сиди тихо. Все будет хорошо. Ладно? Кажется, она уплыла. Питер?
Ты видишь что-нибудь на экране? Пока ничего. Что это было? Ничего. Ничего. Пожалуй, надо подниматься наверх. Вы что, шутите? Вы видели, что эта тварь сделала с аппаратом? Нет, говорю, надо оставаться здесь. А потом что? Все равно нужно подниматься, так почему не сейчас? Нет. Все будет в порядке. Масс. Масс? Да, я здесь. Мы попробуем подняться. Как ты там? Я уже пришла в себя. Ладно. Когда мы поднимемся, я возьму другой аппарат, и мы проводим друг друга наверх, хорошо? Слушаюсь. Предложение? Да. Пора прекращать работу в океане. Нет, как ты сказал, возьмем помедленнее, минимум шума и вибрации. Слушай. Пятьсот футов. Что это была за акула? Китовая акула. Только они бывают такие огромные. Китовая акула? Это была не китовая акула. Китовые акулы питаются планктоном, и они не вырастают больше 45 футов. Я не понимаю. Я не думал, что такое возможно, но... Кажется, та, которую мы видели, называется Мегалодон. Что? Кархарадон Мегалодон. Прямой предок гигантской белой акулы. Чувак, я смотрел канал Discovery. Гигантские белые акулы не бывают такой величины. 65 миллионов лет назад были. До сих пор мы могли только гадать об их величине и мощи, судить по их окаменевшим зубам. Мы были слишком осторожными в расчетах. Выключай! Выключай! Откуда это идет, черт возьми? Питер, что происходит? Питер, ты меня слышишь? У меня неприятности. Все качается, как лачуга во время урагана. От чего? Не знаю. Локатор барахлит, и большая часть камер ближнего обзора не работают. Наш локатор тоже выключился. Черт. Что ты предлагаешь? Предлагаю выбираться из воды. Точно. Ребята, вы должны это видеть. Что держит? Это стойка. Там генератор. Ее привлекла вибрация. Выключи. Питер, выключи генераторы. У нас не будет тока. У нас не будет вышки, если ты не выключишь. У тебя хватит аккумуляторов, чтобы зажечь внешние огни. Да, аккумуляторы могут поддерживать основные функции 12-16 часов. А чтобы нам подняться наверх? Легко. Вон она. Она уплывает. Что ты делаешь? Выключи, выключи. Что? Ты же сказал, что хочешь подняться. Выключи сейчас же. Мы извинились, выбираемся отсюда к черту. Ладно, осталось пройти всего 150 футов. А вы не можете эту тварь просто измотать? Осталось пройти всего 75 футов. Должно быть, удар повредил направляющие стойки.
Вас, Митчелл, я включил запасной аккумулятор. Вы слышите? Да, да, мы... Мы все пока целые. Так, локатор заработал. Акула обходит вышку на расстоянии 2000 ярдов. Поднимайтесь. Мы не можем. Направляющие стойки, видимо, повреждены. Это максимальная высота, на которую мы смогли подняться. Простите, что добавляю вам проблем, но у меня становится маловато кислорода. Вряд ли она сама собирается подниматься наверх. А что, если мы выбьем крепеж и выберемся на лед? А потом что? Потом ты нас заберешь на вертолете. Придумайте что-то получше. Лучше ничего не придумаешь. Питер, это наш единственный шанс. Я готовлю вертолет. Встретимся на воде. Удачи. Колосс отключается. Масс. Мы сейчас выбьем крепеж. Как только я буду на вышке, спущусь к тебе, ладно? Да, ладно. Спасибо, Рус. Сейчас тряхнет, так что держитесь. Уже в воздухе и летим за вами. Вот они. Проклятие, они слишком близко к вышке. Вот и я, ребятки. Отлично, Макс. Держитесь, я доставлю вас на землю. Выбирайтесь на льдину, мы вас снимем. Так, выбираемся. Давайте, я проверил. Кислорода, ребята. Встретимся на вышке. Осторожней. Давай, тише. Не вижу масс. Наверное, она уже на вышке. Пустите, черт возьми, пустите. Пустите, нет, масс. Рос. Нет, пустите. Рос. Нет, пустите. Пустите. Масс. Масс. Ты ей не поможешь. Не поможешь.
Сюда! Сюда! Лети на вышку. Колосс, у меня метель, туман. Сообщите курс, прием. Авангард 1, это Колосс. Слишком низко. Вы низко. Вы летите слишком низко. Наберите высоту. Я пытаюсь. Сильные воздушные потоки. Авангард 1, это Колосс. Вы слишком низко. На экране вы слишком низко. Наберите высоту. Нет, я не могу ее удержать. Машина не слушается. Мы переворачиваемся. Очнись, Джейк. Очнись. Он ушел, Кристен. Джейк, очнись. Джейк, очнись. Идемте, выбираемся, давайте. Пойдем. Нет, я поняла. Я поняла. Команда пытается восстановить подачу тока и приварить дополнительные опорные стойки к стойке 3. Запасного аккумулятора хватит на 2-3 часа для радио и прожекторов. Это все. Только на поддержание жизни. Отсюда можно как-нибудь выбраться? Шторм уходит на север. Слава богу. По правде нет. Спасатели не могут покинуть материк. Ты подготовил мой аппарат? Да. Как только я погружусь, включи генераторы. Росс. Я должен отдать это тебе. Спасибо, Митч. Удачи. Митч, что происходит? Митч. Его аппарат оснащен гарпуном и взрывчаткой. Он собирается загарпунить акулу и взорвать ее. Как только канат будет закреплен, он сможет потянуть себя к ней. Я предпочел бы, чтобы мне об этом сообщили заранее. Мы знали, что ты не одобришь.
Эллиот, ты слышишь? Эллиот. Я готов и жду погружения. Генераторный отсек. Включайте. Мы за тобой следим. Включи внешнюю камеру. Не может его убить ударной волной, когда он попытается уйти оттуда? Нет, модуль отделится от моторного отсека, как поплавок. Возможно, он промокнет, но его жизни ничто не угрожает. Раз, локатор ее засек. Еще не видно. Она направляется прямо на вышку. Вас понял. Поехали. Эта акула уже разжевала к черту два аппарата. Эллиот, умная рыба. Вот она. Она направляется прямо на генератор. Я собираюсь ее толкнуть, разозлить и заставить погнаться за мной. Еще раз, Росс. Росс, как ты, приятель? У меня второе дыхание. Как вы думаете, сколько он сможет продержаться? Она права. Какая у него скорость? Росс, маневрируй, иначе не сможешь от нее уйти. Ладно, Паркс, скажи, когда? У тебя несколько секунд. Когда? Скажи, когда, Паркс? Скажи, когда? Паркс! Сейчас! Освободи баки, затормози и подожди! Закрепи канат, пока она не пришла в себя. Огонь. Попал. Росс, натяни потуже, установи запал и уходи. Она возвращается к колоссу. Что? Я уведу ее от вышки. Меньше чем в 600 ярдах. Росс, что происходит? Росс, к черту, убирайся оттуда. Мы нарушили экологическое равновесие. Я собираюсь его восстановить. Взрыв через 5 секунд. 4. 3. 2.
Побережье Франции, 3 месяца спустя. Дорогой Питер, то, что вы посвятили ваш фонд памяти любимых друзей, которых мы потеряли, помогло мне исцелить боль, надеюсь, как и вам. С нетерпением жду встречи с вами через месяц на конференции экологов. С любовью, Кристен. Лучшие друзья.